люблю читать, и в карман не влезает электронная книга, поэтому приходится всегда носить с собой. Вы читаете электронную книгу? Какого вы года рождения? 99-го. Сынок. Давай попробуем сейчас мой метод, он очень простой, значит, я объясню тебе сначала, как нужно поработать с гитарой, чтобы научиться играть на ней, да? Значит, во-первых, давай проверим, что ты мне не умеешь играть. Рюкзак тебе не понадобится, там всего лишь электронная книга. Тебе в электронных книгах никогда не говорили, что нельзя врать людям? Ты почему сказал, что не умеешь играть? Я по сравнению с вами не умею играть. Ну хорошо. Вообще нечестный, конечно, эксперимент. Ну ладно. Смотри. Ну это для всех тех, кто реально не умеет. Сейчас я покажу способ. Можно учиться даже такой человек, как Денис. Берешь, Денис, первую струну, опускаешь на тон ниже. У тебя получается открытый кварто-квинтовый аккорд.